И снова всем привет, друзья, с вами канал Android Software. В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о том, как вывести денежки с сайта admetat.com. Итак, для того, чтобы вывести деньги, нам для начала придется привязать кошелек WebMoney, либо банковский счет. Для этого переходим на сайт Admetat, далее переходим в настройки. Здесь выбираем пункт «Платежные данные». Здесь выбираем пункт «Добавить способ выплаты». И появляется вот такое вот сообщение. «Подтвердите телефон». В моем случае я еще не привязывал телефон к данному аккаунту. И для того, чтобы вводить деньги, нам обязательно нужно будет подтвердить свой номер телефона. Итак, жмем кнопку «Подтвердить». Сюда вводим номер мобильного телефона. Обязательно, ребят, вводите сюда номер своего мобильного телефона, а не какой-то левый номер телефона, так как с этим номером телефона будут связаны все финансовые операции. Так, ввели номер телефона, жмете кнопочку «Выслать код». Так, ваш номер телефона был успешно изменен на такой-то, такой-то, и код подтверждения теперь вводим. Так, пришла мне смс-ка. Сейчас я введу сюда номер, введу код. И жмем кнопочку «Подтвердить». Так, собственно, все. Видите, у нас получилось. Номер привязан. И теперь платежные данные. Переходим опять сюда, в этот пункт. Добавить способ выплаты. И пишем «Банковская информация». Валюта, доллар, способ выплаты. Можно выбрать WebMoney, можно выбрать банковские переводы, можно выбрать PayPal и также Payments. Я выбираю WebMoney, например, WebMoney вам покажу, как это все делается. Далее сюда нужно ввести номер Z-кошелька, то есть долларовый номер. Так, вводим сюда номер вашего кошелька WebMoney. То есть на примере него показываю. Ввели номер, здесь название, не знаю, что хотите, пишите. Например, «Мои WebMoney», давайте напишем. Или «Мой WebMoney». Так, и жмем кнопочку «Создать». Так, сейчас нам на мобильный телефон, видите, подтверждение создания способа выплаты, опять придет код. И данный код нам нужно будет ввести в данное поле. И жмем кнопочку «Подтвердить». Все, как вы видите, добавили WebMoney. Все, у нас способ активный. И теперь мы сможем с легкостью выводить денежки на WebMoney. То есть, смотрите, вывести деньги. И когда мы достигнем минимальную сумму выплаты, то есть $10, теперь просто нажмем кнопочку «Вывести деньги», и деньги у нас будут выплачены на наш кошелек WebMoney. Вот так, собственно, легко и просто выводятся денежки с сайта admetat.com. Все, ребят, а я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, и всем до новых встреч!